В суете повседневной жизни мы часто забываем о своих увлечениях и хобби. Работа, домашние дела, забота о близких – все это отнимает много сил и времени. Но ведь творчество – это не просто приятное времяпрепровождение, это возможность выразить себя, отдохнуть душой и создать что-то прекрасное своими руками. Так как же найти время для любимого дела? Вот несколько советов, которые помогут вам окунуться в мир рукоделия. Начните с малого. Не обязательно сразу выделять на хобби несколько часов в день. Даже 20 минут, проведенных за творчеством, могут подарить вам радость и вдохновение. Главное – начать, а дальше процесс затянет вас сам. Расставьте приоритеты, подумайте, на что вы тратите свое время. Возможно, от чего-то можно отказаться в пользу рукоделия. Сократите время, проведенное в социальных сетях или за просмотром телевизора. Поверьте, ваше хобби того стоит. Создайте ритуалы. Превратите занятия творчеством в особый ритуал. Заварите чашку ароматного чая. Включите любимую музыку. Зажгите свечу. Пусть это время станет для вас маленьким праздником, моментом отдыха и наслаждения. Используйте утренние или вечерние часы. Многие люди чувствуют прилив энергии и вдохновения рано утром или поздно вечером. Если вы относитесь к жаворонкам, попробуйте вставать на полчаса раньше и посвятить это время рукоделию. А совы могут заняться творчеством перед сном, чтобы расслабиться и настроиться на приятные сны. Выбирайте курсы с бессрочным доступом. Если вы решили освоить новый вид рукоделия и проходите онлайн-обучение, то отдавайте предпочтение курсам, где нет ограничения по срокам. Тогда вы сможете заниматься в удобном для вас темпе, не боясь что-то пропустить или не успеть. Помните, что творчество – это не обязанность, а удовольствие. Не стоит загонять себя в жесткие рамки и заставлять заниматься хобби через силу. Пусть рукоделие станет для вас источником радости и вдохновения, возможностью отвлечься от забот и выразить свою индивидуальность. А найти время для любимого дела вы всегда сможете, если искренне этого захотите. Ведь, как говорил Пауло Коэльо, когда чего-то сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось. Так что мечтайте, творите и наполняйте свою жизнь красотой. Если вы еще не присоединились к моему каналу, не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить будущие интересные материалы. А если вы уже со мной, то выражаю искреннее поздравление. Вы развиваетесь и растете вместе со мной каждый день. Желаю вам еще больших успехов в изготовлении кукол ручной работы и надеюсь, что мои видео будут для вас полезными и интересными. До новых встреч на моем канале!